Резиденты Академпарка разработали сервисную программу, которая помогает продавцам и покупателям интернет-магазинов избежать приобретения ненужных вещей. Микророботы оценивают огромный объем информации и могут точнее описать товар. Сергей Толмачев расскажет подробности. Например, сейчас на экране анализ онлайн-магазина продуктового по категориям. Алексей сам многое покупает в интернет-магазинах и понимает, что чем точнее описание на мониторе, тем больше шансов приобрести именно нужный товар. И тот сервис, который разработала его команда, позволяет продавцам представить исчерпывающую информацию от конфет до современных гаджетов. Наши роботы, обученные на проверенных данных и типичных ошибках, знают, что когда люди ищут телефон, они ожидают увидеть такие-то характеристики, такие-то фотографии сбоку, в коробке, без коробки, зарядного устройства, включенного, выключенного телефона. И сигнализируем ритейлеру о том, что на его страничке недостаточно информации. Через интернет в этом году в России купили товаров на сумму в 2 триллиона рублей. И объем продаж растет на 50% в год. Но при этом очень многие о приобретениях сожалеют. Новогодние праздники по определению ажиотажный период для интернет-торговли. Но бывает, что заказываешь одно, а получаешь совсем другое. По статистике 38% онлайн клиентов недовольны полученным товаром, а половина из недовольных просто возвращает его обратно. Есть традиционный метод оценки, когда десятки менеджеров обновляют информацию на сайтах и жалобы покупателей. Сервис из Академпарка и ускоряет, и удешевляет процесс. Проблема в том, что эти данные очень монотонные, одинаковые, и люди, во-первых, делают это медленно, очень медленно, а во-вторых, все равно ошибаются. Человеческий фактор. Не ту кнопочку нажал, не те единицы измерения, не ту фотографию подгрузил к товару. Человек ошибается и делает это медленно. Роботы не ошибаются и проверяют тысячи карточек за секунду. Уже сейчас создатели сервиса работают с крупным европейским ритейлером и, возможно, помогли кому-то из новосибирцев выбрать такой новогодний подарок, который не захочется вернуть обратно. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости УТС.